Почетный гражданин Петр Мельник, депутаты городского совета Ирпеня, где опальный ректор жил и работал, отказались лишить его звания, которое сами же ему и присвоили. Вопросы даже не включили в повестку дня сессии. За то, чтобы снять портрет бывшего руководителя налоговой академии с доски почета, проголосовал всего один депутат. После того, как его заарештували за хабар, втік. Таким людям не місце вот, висіти на дошці пошани, бути почесним громадянином міста Ірпінь. Пройде слідство, пройде суд, тоді ми будемо обговорювати це питання. Зараз передчасно це розглядати. Мельники в Ирпене – семья известная и активная. Среди депутатов горсовета сразу двое родственников беглого ректора – сестра Елена и племянница Татьяна. На вопрос о том, где прячется почетный гражданин, отмалчиваются. Вы не знаете, где Петро Володимирович? Олена Володимирович. Татьяна, возможно, вы знаете, где Петро Володимирович? Не знаете? Ну, кажут, он в Соединенных Штатах. Ну и наш корреспондент в Соединенных Штатах сейчас готовит материал об американском следе в деле Петра Мельника. Действительно ли он скрывается в Калифорнии у дочери или в Сан-Диего? Смотрите эксклюзивный репортаж в программе «Подробности недели» с Евгением Киселевым в воскресенье.